Ребята, всем добрый день. Многие спрашивают: Володя, где видосики? Туда-сюда. Но штука такая, что мы сейчас снимаем на два канала. То есть есть резервный канал у нас, Бычков Авто называется. Вот здесь название сделаю. Если не сложно, туда тоже подписывайтесь. Потому что у Ютуба свои приколы бывают. И много вопросов к каналу появляется и так далее. Поэтому мы сделали резервный канал, и там мы запустили проект. С моим маляром мы копим миллион. Там по 30 тысяч скинулись. И как бы вот, ну там жигами занимаемся туда-сюда, в общем, скоро там вот, наверное, сейчас жигу продадим, там выпуск будет, уже 4-я серия, по-моему. Вот, у нас сейчас какие дела, нашел Форд, ни разу Форда не было у меня. А, кстати, если ты еще не подписан, обязательно подпишись, потому что у нас на канале около 4 тысяч подписчиков, что-то 3920 чем-то, то есть еще не хватает там порядка 70 человек. Знаю, многие смотрите, но почему-то не подписаны. Ну да ладно, не об этом речь. Я, в общем, нашел Форд. Ни разу не было Форда у меня. Седан 2010 года. На дроме стоит 540 тысяч. По телефону сторговались на 400. В общем, он хочет 450, я хочу 400. Хозяин готов разговаривать между-между. По технике, говорит, идеал. Пробег, кстати, бьется по базе. Пользуюсь я автокодом. Автокод профи, ссылочку оставлю внизу в комментариях. Там 3 дня бесплатного доступа, кстати, есть. Можете просто пройти там, зарегаться и пользоваться на здоровье. Вот, в общем, так. Пробег бьется. Что там еще? По кузову он говорит, крашен один элемент или два. В общем, самый дешевый у нас в Новосибирске, что-то 400, в общем, под 500. Не знаю, ни разу не было. Поедем, посмотрим. Есть еще у меня один вариант на примете. Это Mazda тройка 2012 года. Но хозяин говорит, что ее надо всю красить. Не хочу. Хочу вот тачку, знаете, как взять? Как раньше было, но взял, помыл и выставил на продажу. Вот этот Форд, он из этой же серии. Кто-то скажет, дорого. Я скажу, ну да. Ну, для Форда дорого. Но какие конкуренты у него есть? Лансер 2010 года стоит 600. Как бы, ну, я не вижу конкурентов. Даже все японцы 2010 года тоже там уже за 500 точно стоят. Поэтому сейчас обязательно поедем посмотрим. И, кстати, заберем полку. Я еще купил Туарега 2011 года. Скоро будет по нему выпуск. Тоже, кстати, тачки надо было просто помыть, полирнуть и продавать. Собственно говоря, что мы и делали. Я гонял его на полировку, на химчистку и так далее. Но это отдельный ролик, это попозже. А сейчас поехали смотреть Ford Focus. Кстати, как я поеду, я не знаю. Я езжу вот на этом фите. Но этот фит, на нем ездит моя жена. Как бы это вместо Тииды у нее. Это тоже к вопросу, ну, вот проекты все один на один ложится. У меня же есть проект, где я еще жене хочу машину купить, при этом ничего не вкладывая, да? У нее сейчас, кстати, в кассе тоже там Тииду мы продали за 525, но там туда-сюда, и там осталось 500. Поэтому посмотрим, может быть, если Форд по технике нормальный, может быть, она и будет на нем ездить пока. Не знаю, в общем, пока с проектами все вот так вот. Ну, поэтому как-то так. И я не знаю сейчас... То ли я на нем поеду, то ли поеду на такси. Поэтому вот такая дилемма у нас. Ну, кстати, картинка поменялась. Был вопрос, на чем я поеду. А поеду я на Лексусе. Купили мы его в Томске. Мы ездили смотреть Хайлендер. Кстати, сейчас я сюда вставлю видео там. Ну, там будет в основном пи-пи-пи-пи. Потому что хозяин, короче, такой матершинник был. Просто жуть. Вот. И сейчас приедет за мной друг. Точнее, я сейчас до него доеду. Мы сядем на Лексус. Поедем на Лексусе. Сейчас я вам Лексусы покажу. Сейчас Хайлендер посмотреть, который мы смотрели. Мы его не стали брать. В том числе из-за хозяина. Ну, такой своеобразный чувак. И Лексус покажу. И посмотрим, конечно, Форда. Все. Решили вопрос с фитом.
настойки, что-то здесь что-то. Вон там пластик паянный. В руле нету подушки. Джеки Чан горит. Короче, мы скорее всего не будем брать данный автомобиль. Вот что болтается здесь. Это 2012 год, Toyota Highlander. Перламутр. Вот как-то так скажу я. Цена 1650. Здесь боковушка. Тоже делать надо. Мягкая эта штучка. Ходовки граната. Ну, здесь я уже показывал. Вот краска. Лобовик мененный. Телевизор там шуршавый. Краска облезла. И здесь зазора нет. Вот так. Это наша площадка. Ваш автомобиль тоже может здесь оказаться. Раз. Подснежник стоит. Там мод стоит. Видите, как поставили его? Закрыли тентом. Это стрим. Есть еще белый у нас. Это 2008 года. Это Outlander. Corolla. И сейчас Lexus покажу. Ну, это не все машины. Сейчас снег здесь уберется. У нас просто в Новосибирске выпал снег. Вот тоже можете сюда поставить автомобиль за определенную комиссию. Вот такой красавец 2010 года. 3,5 RX350. Обслуженные колеса, правда. Другого Lexus стоял. Черный, кожа, рожа. Все дела. Куплен в Томске. Продаваться будет 2 мульта. Кому надо, пишите. Обработан керамикой. Че, погнали? Че, я поснимаю маленько? Не, не надо. А? Не, да тебя. Да тебя не буду, если не переживай. Лицо не буду показывать. Так, у тебя получается лето тоже на штамповке, да? Оно без дисков, только резина. И этих колпаков нету, да? Герметик, что ли? Прикольно. Звенит. Пороги. Еще один порог. Чего нет? Ну, я пох... Давай. Химчистка по-любому тут. Двери нормально. А что, какой-то запах в салоне? Мыли или что? Мыли из прела? Или нет? Просушить-то не получилось нормально. Прям запах такой, ну. Что-то было здесь, да? Ну, я ж тебе говорил, что сюда заезжали. Я думал, просто может не открыл. Да-да, я просто думал, может не открыл.
А давай капот откроем, багажник. Багажник открываем, это просто. Капец, зазор там, что прям конячий. Так, здесь что, норма? Ну, господин, просто. Так, здесь понятно. Стакан. Вот. Масло. А что, масло доливал или это что это? Это когда сам еще менял, получается, неаккуратно залил. Ну, как вы поняли, посмотрели мы Форда. Брать мы его не стали. Я сейчас записываю, просто там камера у меня проблема была. Сейчас записываю, так сказать, подведение итогов, да. Форда посмотрели. Что могу сказать? Ну, в принципе, за 400 тысяч, как бы, не знаю, я просто, может быть, я перестраховываюсь, но 400 тысяч он его отдавал, 400. Без летней резины. С летней резиной это 410 тысяч. Но надо было делать химчистку. Салон прям, ну, прям воняет. Ну, вода протухла, короче. После мойки и прям запах такой. Потом была вибрация у него. Постоянно при том. Может быть, ну, реально подушка или что. Вот что мне не понравилось. Крашен он практически весь. Ну, шпаклевка на задних крыльях есть. А так, что-то двери не крашены. Две и одно крыло. Все остальное крашено. Проемы, правда, свои. Вот, по технике что-то постукивает, но не критично. Не знаю, может быть, я просто, ну, перестраховался. В общем, я предложил 350 ему, он меня технично послал, ну, в смысле как, культурно. Вот, и мы поехали смотреть Мазду тройку. Вот, так что не переключайтесь, Мазда тройка стоит, я уже говорил про нее, да, в кузове не БК, а какой там БЛ, по-моему, или какой идет, ну, следующее поколение, 12-го года, кузов седан. И сейчас посмотрите, что из этого получилось. Я-то это уже видел, а вы еще нет. Это просто вообще жесть, конечно. Добрый день. Добрый. Ну да, немного немытая. Ну это как Lexus, когда покупали? Нет, почище. Почище? Почище. Черепаново так поехал. Ну, зазор есть вроде. Это у вас уже или все до вас было? Да, меня все было. Мое только вон крыло, да, дверь. Ну, здесь что-то прям по-нормальному было. У меня экспертизу делал, есть бумаги. Мне тоже было интересно, когда брал ее. Что было с ней? Ну, что было. Делал экспертизу, все родное стоит. Бумаги могу отдать, поэтому независимую экспертизу делал. Тоже было интересно, что с ней. Что не замен, чтобы ничего не было, да? Да, крыша все родное, вообще весь кузов все родное. Все номера, все бьются, экспертизу отдам или заберете. А я не знаю, я не смотрел. У меня одноклассник занимается.
независимую экспертизу, я на халяву поехал. Не так, пошел, а что за контора? А в Берске. Ну как я не знаю, она как бы вся. Ну просто кончено. На месте. Хотелось бы, но... У меня Марс еще есть, 2 года стоит. Я продавал грузовик. Какой год? Его отдали. Шашка. Год какой? 2000. У них денег не хватило, они отдали, а я на нем не езжу. 2 года стоит, а все просто... Там уже гнит. За 2 года двери сбили уже. Какая цифра? А я даже не знаю, не помню. Они отдали, как стоит. Они меня продадет. Ну тут просто... Вот, все. Шпаклевано, все, вся жопа. Максим Шилков отдыхает здесь вообще. Вот здесь, вот здесь, вот здесь шов и все, вот он пошел. А здесь уже вот так. А здесь уже типа нормально, да? Нет. Просто, ну, второй окрас. Ну, пусть. Ну. А, вот здесь. Где-то вот здесь. Вот отсюда и вот до сюда. О! Ну, тут нет уже ничего. Там даже железа нет. Ну, то есть шпаклина. Ну. Крыша Менина у него, 100%. Крыша Менина, 100%. И здесь тоже вон. Вот здесь. Вот здесь. Навалили. Вот. Я же говорю, Шилков отдыхает вообще. И вот здесь тоже где-то есть. Вот здесь, например. Тоже вот точка шла. И здесь нету ни точек, ничего. Все, здесь шпаклевка. И пропал. Ну и все, да. Вот такие вот дела бывают. Ну вот такие варианты мы сегодня с вами посмотрели. Подведем итоги. Форд, в принципе, можно взять. Сейчас, если подумаю, если ничего больше вариантов не будет, то, может быть, я его заберу. Там надо будет маленько позаниматься, зазоры повыставлять, помыть его. Что, ну, с вибрацией разобраться, и, в принципе, рублей 50 с него можно будет заработать. Первое. Mazda 3. Крыша пиленная, вся Mazda крашеная. Ну, короче, там просто предложили ему 300 тысяч ему, человеку, и не знаю, что с этого получится. У него еще есть Mercedes 2000 года. Может быть, ну, вместе с Мерсом заберем как-то, ну, в общем, не знаю. Поэтому вот такие вот были дела. Кстати, Highlander мы тоже не купили, вы поняли, да? Там вообще хозяин торговался, скидывал 30 тысяч, но там, как бы, ну нет. 12-й год, тачка, ну, хочется что-то такое, знаете, ну, не знаю, чтобы сел покайфовать, да, ну, чтобы нормальная тачка была. В оконцовке мы купили Lexus, этот черный, поэтому как-то так, ребята. Обязательно подписка, лайк, там, что, дизлайк, ну, давайте просто активность. Кто еще не подписан, обязательно подпишись. Ребята, всем привет!